Ночь пятницы 13-го омрачилась крупной дорожной трагедией. В груде искореженного и обгоревшего металла едва можно узнать легковой автомобиль. Таковы последствия лобового столкновения с грузовиком. Удар был такой силы, что «Лада» и «Хёндай» вылетели в кювет по разные стороны дороги. Шансов на спасение у водителей и пассажиров практически не было. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли оба водителя транспортных средств, а также два пассажира автомобиля «Лада Ларгус». Пассажиры 1989 года рождения и 2000 года рождения. Полиция выясняет все причины и обстоятельства ДТП.